31 марта – исторический и непростой день для современной Украины. В воскресенье украинцы выбирают президента государства. Одними из первых сделали свой выбор и проголосовали лидер и основатель компании «Кадур Групп» Аднан Киван вместе с супругой. Я голосовал за Украину, я голосовал за прекрасное будущее, и мы всегда должны надеяться. А понятно, что конкретно никто не имеет права сегодня говорить, и я как интеллигентный человек считаю, что нет надобности, как говорится, даже намекать. Но мы ожидаем лучше и лучше и лучше. Аднан Киван отметил важность события, ведь от сегодняшнего выбора каждого гражданина зависит будущее целой страны. Выполнять свой долг в этот день, когда есть возможность в тех странах, которые есть, как Украина сегодня, слава Богу, это настоящая молитва, и это очень-очень важно. К великому, к сожалению, в Сирии, оттуда, откуда я родом, там, где моя мама, мои родные, у них нет такая возможность прийти и мирно, абсолютно выбирать, голосовать за кого ты хочешь. Это очень важный фактор в жизни людей, в жизни страны и в жизни всех нас. Поэтому я считаю, что это очень важный долг, и от него отмахиваться, мне кажется, это грех.